Ну вот отсюда уже начинается судоходная часть реки Лена. Мы отъехали недалеко от поселка Качук, от нулевого километра, но катер будем сбрасывать на воду чуть-чуть попозже, потому что впереди нас ждут две понтонные переправы, которые будет проблематично пройти на катере. Ну что, похоже, плавание начинается. Все, катер на воде. С УАЗиком расстаемся. Встретимся теперь с ним только в Якутске. А на ближайшие, как минимум, 2 недели нашим домом становится катер Амур-2М. Ну, по крайней мере, на 2 недели моим домом, потом экипаж немножко изменится. К нам присоединится Хамид, который поедет на УАЗике до Якутска, а я, наоборот, в Якутске выйду. Нас провожает небольшой дождик. Здесь вот прям такой открывается шикарный пейзаж. Перед нами течет река Лена. И вдоль нее сейчас пойдем наслаждаться красотами природы и, надеюсь, интересным общением. Времени у нас будет очень достаточно.